Здорово, ребята, с вами Акер Механик. Сегодня у нас юбилейный выпуск, ребят, ответы на вопросы подписчиков. Я немножко изменю его содержание. В первую очередь, ребят, сегодня хочу вас всех поздравить с юбилейной, так сказать, датой. Она небольшая, надеюсь, они будут быстро шагать вперед. Сегодня у нас 5000 подписчиков на канале. С чем я себя и вас поздравляю. У нас все больше людей интересуется диагностикой своего автомобиля. Как говорится, осваивают новую для себя тему, задают много вопросов. Я рад, что тема, которую я продвигаю в своих видео, вас нравится. Что еще хочу, ребят, затронуть в сегодняшнем видео? Очень много вопросов, в том числе вот в группе ВКонтакте, ребят, мне поступает от людей, которые бы хотели посмотреть те или иные видео и не могут их найти. Вот. Я хочу показать, ребят, вам беспроблемную все-таки фильмотеку, да, всех моих видеозаписей, которые, скажем, я точно уже определил, проверил. Это порядка точно 8 видео, которые изъяты с канала мною в связи, там, вы в курсе моих споров с известной компанией, которая предъявила претензии по их содержанию, что якобы эти видео нарушали их авторские права. Поэтому я их удалил, слава богу, успел какие-то удалить. Какие-то большинство потом было восстановлено, но все спорные моменты я решил скрыть. Вот. Но на нашей площадке ВКонтакте эти все видео доступны для просмотра. Вот. Что еще я для вас сделаю? Буквально сегодня я уже провел анонс в группе ВКонтакте по диагностике VCDS, Вася Диагноз Атакер Механик. Кто не в курсе, пожалуйста, только ради этого вы можете подписаться на эту группу. Это вас ни к чему не обязывает, но все видеоматериалы доступны. Я буду выкладывать ссылочки конкретно на недоступные видео. Какие конкретно видео будут выкладываться? Может быть, вы не в курсе. То есть было видео, вот, три варианта адаптации дросселя VCDS, Вася Диагност. Если вы помните, там были по UDS протоколу и варианты с электронной дроссельной заслонкой и механической электронной педалью газа. Вот. То есть это видео раз, потом было видео по иммобилайзеру, как привязать новые ключи к иммобилайзеру второго и третьего поколения. Вот. Потом было видео, как сбросить залипший сервисный интервал, если у вас вы сбросили сервисный интервал, а у вас не уменьшается ни километраж, ни время пробега. И адаптация была добавлена, информация по адаптации ЕГР. Это видео тоже будет, скажем так, доступно для просмотра подписчикам канала и кто следит за моими новостями. Потом, что еще? Процедура адаптации и выравнивания пневмоподвески будет активно. Вот. Что еще? Потом будет активно видео, как прописать новые ключи. Это Volkswagen MK4, B5, A4-8E, 8H. Вот. Что еще? Будет видео отдельное. Замена АКБ кодировки с помощью VCDS. Это, как правило, больше касается автомобилей последнего поколения Audi, у которых есть блок АКБ, и проверка растяжки цепей, синхронизации валов. Это очень актуально для автомобилей с двигателем 2.0 FSI, 2.0 TFSI, Audi, Volkswagen. Также это касается некоторых моделей, которые тоже имеют цепной привод. Это там 1.4 FSI, проблемные эти движки. Вот. И будет восстановлено видео, которое, кстати, пользовалось очень большой популярностью. Стоит ли покупать новый VCDS Вася Диагност?
версии 15.7, если у вас там 11.11.2 или 12 версии, и установка, настройка и сравнение данных адаптеров. Вот, собственно, то, что я хотел вам показать, то, что я анонсирую. Вот, по кодировочкам, которые люди пишут: ребят, ни в коем случае я вас не игнорирую, я все ваши вопросы, все ваши комментарии стараюсь читать, но у меня 740 диалогов на данный момент, вы понимаете, да? То есть у меня либо два варианта: либо постепенно вам как-то пытаться ответить, либо просто все это дело отключить и вообще никому не отвечать, да? То есть кому как-то выборочно, я не пытаюсь вам отвечать. Если я готов быстренько ответить, если нет, я как бы просто даже не открываю непрочитанные сообщения. На данный момент вот всем 740 моим подписчикам я ответил. Вот. Наша группа, кстати, ВКонтакте усиленно развивается, уже около 2000. Это тоже неплохо. Вот. Что бы еще хотел анонсировать? Сейчас, ребят, будет на этой неделе выходить видео по конкретно автомобилям. Это будет Audi, это будет Volkswagen. Это будет в моей манере, не тот тест-драйв, который показывает там, как сидеть, как стоять, как ездить. А именно это будет касаться ремонта, какие подводные камни вас ожидают в той или иной модели, вот, какие комплектации стоит покупать на вторичном рынке, от каких не стоит даже вообще смотреть. Вот, моя подача видеоматериала и мои знания будут делаться именно в таком виде. Ну вот, собственно, на сегодня, я думаю, все, что я хотел вам рассказать. Еще раз вас всех поздравляю с 5000 подписчиков. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Делитесь с друзьями. С вами был Акер Механик. Всем спасибо и пока.